англичанин был ближе, ему стоит довериться. Подача. Гёце. Здесь он один, но здесь он не опасен. Бернат заходит в лицевую. Еще подача. 1-0. Набедокуривший школьник. Посмотрите, маленький Алькантара. Его забыли. За ним не уследили. И видно, что несколько раз поворачивается к нему центральный защитник Порто. Это Майкон, четвертый номер. И смотрит, где Алькантара. Но тот все-таки, как ртутный шарик, от него убегает. С арбитром, но без повышенных тонов, поэтому все нормально. Батштубер. Скидка. Удар. И мяч в воротах. Снова чуть-чуть не доработал Порто в этой ситуации. Во-первых, это пенальти. Это вот так, для начала. Но уже бог с ним. Буатенга-то надо удерживать по-другому. Посмотрите, насколько он перепрыгивает. Важно то, что Порто опаздывает везде. На темп, на полтемпа, и 3-0. Все просто великолепно было сделано. Подача Лама ровно туда, куда надо. Скидка Мюллера ровно такая, как надо. И удар головой Левандовски тоже ровно такой. Вратарь достает мяч, но не в силах его отбить. 3-0 в пользу мюнхенской Баварии. В России, но скорее очень многие не хотели бы видеть Баварию в финале в Германии. Мюллер, 4. Да-да, вот Порто отправляется в тот самый Шрёдер. Спасибо Твиттеру за подсказку. Здесь рикошет, конечно, да, но повезло Мюллеру. Он пробил, по-моему, даже мимо ворот. Вот он, рикошет этот, да, вратарь здесь ни при чем. Он ничего не могут. Смотрите, еще сделай пенальти сейчас. Левандовски. До свидания. Судейского ляпа в начале игры в пользу своего соперника. Но Порто выглядит просто как команда не с другой планеты, а это, я даже не знаю, как это объяснить. Насколько они хорошо готовы были неделю назад. Кардо. Ну вот момент у Порто и Джексон. Ну и забивает-то он из явного... А, нет, не... Но все равно из офсайда. Все равно его голова ближе. Нет. Алонсо, и на этот раз все получается. Конечно, Хаби Алонсо умеет это делать.